В Рязани продолжается археологический сезон. Исследователи работают на территории древнего города Переяславль-Рязанский. Сейчас они изучают слои конца 15 века. Здесь немало находок. Среди них лезвие ножа, точильный камень, детские погремушки и многое другое. Недавно один из участников экспедиции нашел детскую погремушку. Она была полностью целой и анкобированной. Это, в принципе, достаточно редкая находка. Каждый предмет, найденный здесь на раскопе, рассказывает о том, как жили люди в Переяславле-Рязанском. Вот здесь, например, была мостовая. Археологи говорят, что влажный культурный слой хорошо сохранил даже самые капризные предметы. Самое, конечно, значительное в этом сезоне – это то, что расчистили две постройки, которые, видимо, были две теплые постройки, которые, видимо, были соединены холодными сенями. И одна постройка интересна тем, что у нее заваленка, которая выполнялась для утепления пола, выполнена в виде плетня, который стоял на некотором расстоянии от стен и засыпалась землей для того, чтобы пол был более теплым. Можно здесь увидеть и немало керамики. В дальнейшем из этих черепков будут восстановлены сосуды, насколько это возможно. На раскопе встречается немало предметов, которые раньше люди использовали в своей повседневной жизни в конце 15 века. Находки этого года, которые характеризуют жизнь населения усадеб, которые вы видели. Самые обычные находки, которые необходимы в повседневном быту и нам показывают, как же жили люди в конце 15 века. Прежде всего, занятие придением не обходилось без веретена. Которое сопровождало веретено, было пряслица, которая позволяла веретену вращаться. Эта находка очень интересна, поскольку это дерево, оно далеко не везде сохраняется. Это уникальный слой Переяславля-Рязанского, где довольно хорошо сохраняются изделия из органических материалов, чего нет в большинстве городов Центральной России. Со временем многие из этих находок рязанцы смогут увидеть в музее Рязанского Кремля. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».